Всем привет, народ! Вы на канале Миабаб. Сегодня я решил записать видео о проекте Нова, о том, что он платит, все хочу показать. Но сначала хочу предупредить всех о рисках в инвестициях. Риски всегда присутствуют. Я никогда никого ни к чему не принуждаю, рассказываю, где лично зарабатываю. А входить в проект или нет, решение принимаете вы сами. Также напоминаю о конкурсе на моем канале. Ссылочка на конкурс в описании. На полный обзор ссылочку я тоже оставлю в описании. Вот это видео. Ну, давайте перейдем именно на сам сайт. Классная монета Нова. Мне она очень понравилась. Поставил я себе здесь двухфакторную аутентификацию через Google Pay. Советую всем ее ставить, потому что даже если вы ее не поставите, вы не сможете ввести сюда свои личные кошельки. То есть эфириума и биткоина. Так, ну, я вошел в свой личный кабинет и хочу вам показать свои заработки за это все время. Давайте зайдем на Rex и посмотрим сейчас, сколько у нас стоит эта монета. На данный момент, кстати, монета у нас немножко предупала в цене. Она сейчас стоит 22 цента. Вчера она стоила немножко больше. Она вчера стоила, если я не ошибаюсь, сейчас выключим программу, потому что видно, без с этой программы меня не пускают. Да, вчера она стоила 30 центов, сегодня она стоит 24 максимальные. То есть, в принципе, курс колеблется, это понятно. Как видите, за сутки я заработал 2 доллара 33 цента, это с 400 долларов. А для того, чтобы забрать вот эти мои денежки, я нажимаю вот эту желтую кнопочку. Здесь выбираю все суммы и нажимаем забрать. То есть мне возвращаются деньги в токенах, в этой монете Нова. И после чего я могу эту монету обменять на эфириум, либо же биткоин. Обменивается она на бирже. Биржа вот она находится. То есть мы выбираем либо же эфириум, либо же биткоин. Например, заходим сюда. Для того, чтобы обменять эту монету, нужно, сразу говорю, 25 этих монет собрать. С 25 монет вы потом просто ставите здесь, тут пишется стоимость в эфириумах и стоимость, которую вы получите. Вчера я лично выводил отсюда денежку, давайте зайдем в мой кошельки, мои кошелечки и зайдем вот в транзакции. Эфириум вчера выводил я в эфириуме, и в эфириуме мне денежка вышла, вот транзакция. Деньги мне пришли, все четенько, пришло в течение суток. Когда выводил на биткоин, но я выводил в выходные дни, возможно, там была какая-то задержка, биткоин мне пришел чуть-чуть дольше. Прошло почти сутки, и мне пришло. А эфириум мне пришел, я поставил днем, и на следующее утро я зашел, у меня уже эфириум был на кошельке. То есть, в принципе, деньги приходят быстро, в течение суток денежка доходит, и все шикарно. На мое мнение, в принципе, здесь можно поучаствовать. Да, здесь минималка 100 долларов, но при этом здесь можно очень хорошо зарабатывать. Как мы видим, здесь курс колеблется и заработок тоже наш колеблется. То есть, когда вот у меня 0,3%, я зарабатываю там доллар с копейками. Когда 0,7%, понятно, то есть идет заработок больше. Сегодня был 0,6% процента и я заработал 2 доллара. В принципе, это все, что я хотел вам рассказать. Здесь очень классно можно заработать, если у вас, конечно, большие инвестиции. Я сюда зашел на 400 долларов, мне проект нравится. Вывод работает, денежка прилетает, все хорошо. Ссылка на проект в описании. Хочу сказать всем спасибо за просмотр. Ставьте этому видео жирный лайк, подпишитесь на канал. И всем пока!